Итак, ну давай с тобой поболтаем. Тут не будет никакой эссенции. Я не могу собирать то, чего нет. Мы здесь, потому что такова воля королевы, не оспаривая ее приказы. Мне нужна только эссенция. Тебе пора научиться подчиняться мне, изначальный зерк. Иди ко мне, я получу твою эссенцию. Довольно. Загара не говори от моего лица. Дихака, не трогай эссенцию моего роя. Непослушные детишки. Матерям стай не нравится работать с тиранами. Они нужны для исполнения моих планов. Матери стаи хотят, чтобы мы уничтожили их, потому что теперь они для нас бесполезны. Скажи им, что мы не будем этого делать. Такова моя воля. Хорошо, моя королева. Буйные какие. Вы что-нибудь нашли? Полковник Орлан взламывает сеть Доминиона. У него есть час. Нет, Керриган. Ты слишком много на себя берешь. Если взлом обнаружат, Джима переведут в другое место или убьют. Я не буду рисковать только потому, что тебе не хватает терпения, и не нужно мне угрожать. А ты изменился за это время. Не только зерги эволюционируют. Хорошо. Я подожду, пока ваш эксперт не закончит. Так и так, так. Абадурчик, давай, потрепаемся. Давно не болтали. Мы можем сами взломать сеть Доминиона. Тиранские системы нелепы. Проблемы со взаимодействием. Много факторов мешают запросу. Биология, язык. Значит, между нами возможно только элементарное общение. Верно. Процессы зергов отличаются. Несовместимы с машинными интерфейсами. Значит, все зависит от Валериана. Да, беда. Надо связаться с Хорнером и Валерианом. Я должна знать, где держат Джима. Керриган, мы нашли Джима. Где он? Его держат на тюремном корабле Морос. Он каждый час перемещается по случайным координатам. Никто не знает, куда он прыгнет в следующий раз. Но он же должен где-то заправляться. Именно. И завтра корабль на 32 минуты остановится у станции «Атлас». Оттуда на корабль отправят танкер. После дозаправки Морос опять скроется. Наш приятель Тош вызвался помочь. Нет. Вы сделали свою работу. Дальше я справлюсь сама. Будьте осторожны. По сравнению с Моросом, Новый Фолсом — это ясли. Окейушки. Ну, финал. Ближе, чем ближе к финалу, тем тяжелее миссии, по идее. Поэтому ничего другого, в принципе, ожидать сложно было бы. Ой. Три.
Наши сенсоры фиксируют вас. Я буду передавать вам тактические данные. Будьте осторожны, Керриган. Мой отец принял все возможные меры, чтобы Рейнера никто не мог освободить. Твой отец не готов ко встрече со мной. Что, мы тут одни? Все падут перед Роем. Ну, зашибись. Какого? Наша миссия продолжается. Самое время. Я чувствую их страх. Да. О, подкрепление. Это хорошо. Подлечимся немножко. Рой, это я. Тревога! Они развели платформу. Мы идем в обход. До единого. Пощады не будет. Отважные воины Доминиона. Этот корабль атакован королевой клинков. Вы знаете, что делать, солдаты? Ты стоишь у меня на пути. Время пришло. Самое время. Мы адаптируемся. Я позабочусь об этом. Они сами напросились. Рой, это я. Для нас нет преград. Твоя королева слушает. Разумеется. Это мой мир. Да. Рой поглотит ее. Пощады не будет. Моя месть свершится. Ага. Я позабочусь об этом. Они подкатили тяжелую артиллерию. Они закрыли главную переборку. Тебе придется разнести ее. Окейшки. Я разрушу эту преграду. Рой, защити меня. Рой ответил на твой зов. Она пытается прорваться к объекту! Остановите ее! Вступаем в бой! Высылайте подмогу! Ага. Есть тяжелая техника. Будьте осторожны. Слуги, защитите свою королеву. Страдать. Разумеется.
это Хорнер. Рядом с тобой есть отсек охраны, там хранится тюремный реестр. Об остальном мы позаботимся, когда Джим будет в безопасности. Мы адаптируемся. Они сами напросились. Я чувствую их страх. Наша миссия продолжает. Моя месть свершится. Окей. Для нас нет преград. Говори. Это мой мир. Керриган, рядом с тобой большой отряд охраны. Если внедрить здесь верофагов, то зараженные тираны сломят вражескую оборону. Тебе виднее. Что нам? Говори. Время пришло. Для нас нет преград. Ну и... Минкск будет страдать. Керриган, да. Что ли, должна тут встать? Разумеется. Окей. Твоя королева слушает. Самое время. Моя месть свершится. Рой, это я. Я позабочусь об этом. Говори. Наши союзники вступили в бой. Да. Наши союзники вступили в бой. Я чувствую. Наши союзники вступили в бой. Рой в нашем костях. Атакованный. Врагов ждет смерть. Рой поглотит все. Вот это тусня. Разумеется. Все наши союзники вступили в бой. Молодцы, ребята. Тесните засранцев. Они познают гнев Роя. Мы адаптируемся. Вызывали! Меня на пути. Разумеется. Моя месть свершится. Минкск будет страдать. Да будет. Рой, это я. Этого не может быть! Уничтожить стыковочный мост! Отсоединить тюремный отсек! Ты слышал приказ? Стреляй! Отпустим наших бандитов на волю! Так. Мы адаптируемся. Врагов ждет смерть. Для нас нет преград. Я позову. Ну вот и все. Керриган, не думал, что у тебя хватит глупости сунуться сюда. Теперь из-за тебя погибнут все эти отважные люди.
Что он сказал? Эти герои отдадут свои жизни, чтобы раз и навсегда уничтожить безжалостного монстра. Вы с Джеймсом Рейнором будете гореть в аду вместе. Керриган, мы только что видели, как взорвался капитанский мостик. Морос разваливается на части. Ты должна спасти Джима. Времени почти не осталось. Круто. Этот сукин сын. Говори. Да, готов пожертвовать даже своими. Стреляйте, идиоты! Наша миссия продолжается. Разумеется. Так. Для нас нет преград. Самое время. К черту все! Бежим! Все подумали. Куда бежать? Кораблю снесло целый борт. Ты стоишь у меня на пути. Мы адаптируемся. Я чувствую. Довольно. Ломайте ворота. Для нас нет преград. Бегом! Спасательные шлюпки! Скорей, скорей! Это тюремный отсек. Здесь нет спасательных шлюпок. Я не буду сидеть и ждать смерти. Режьте этих свиней! Пощады не будет. Так, ребята, а вы там что загораете? А ну топотайте сюда. Шевелите копытами, клешнями и всеми остальными частями тела. Моя месть свершилась. Потоптали дальше. Я позабочусь об этом. Убить всех до единого. Наша миссия продолжается. Ага. Бежим! Рядом Серги! Пощады не будет. Это мой мир. Мы адаптируемся. Они познают гнев Роя. Я позабочусь об этом. Хонда, я нашла реестр. Понял. Спасибо, Керриган. Имеется. Наша миссия. Спустите нас, ублюдки! Рой поглотит все. Разваливается на части. Нужно торопиться. Да, нужно. Моя месть свершится. Да. Это конец! Захватим с собой в ад этих паршивых тварей! Наша миссия продолжена. Да. По-моему, закончена уже. Загара, пусть Левиафан стабилизирует эту часть корабля. Готово! Держись, Джим. Я уже рядом. Ну, посмотрим, как Джим отреагирует. Навстречу. Керриган.
должна была спасти тебя. Что ты натворила? То, что должна была. Скажи это Фениксу и миллионам невинных, которых ты уничтожила. Ты поклялся убить королеву клинков. Ты всегда был единственным, кто верил в меня. Веришь ли ты в меня до сих пор? Я люблю тебя. Помни об этом. Все кончено. Вот так вот. Ну, а по сути, ничего другого и не приходилось ждать. Разве можно было по-другому отреагировать на подобное? Ну, логично. Моя королева, ты не пользуешься всеми доступными способностями. Советую заглянуть в личные покои. А то и без тебя. Моя королева, тебя переполняет энергия. Тебе доступны самые мощные способности. Окей. Джим в медицинском отсеке, но я не думаю, что он захочет говорить с... Мне нужно поговорить с тобой, Валериан. Ты ведь понимаешь, что я лечу на Кархал? Да. Ты хочешь убить моего отца? Он давно заслуживает смерти. Я должна знать, на чьей ты стороне. Я со своим народом. Я смирился с тем, что моему отцу нет прощения. Его нужно удалить от власти. Рада, что мы нашли общий язык. Поболтали. Ладно, заглянем сюда. А, эволюционная миссия. Ясненько.